Землей. Опять игра. Давай, Лиза. Долго как открывается. Жди. 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 Сколько действий. Русскую, чтобы вынести мусор. Ну, давай. Пахнули. Пахнули. Что-то я с голыми ногами иду. А у нас воистину северная столица. Сейчас только что было солнышко, которое я вызвала в прошлом видео. А буквально через минуту повалил снег. Там вон что-то растет в клумбочке. И 27 апреля снег. Представляете, мои любимые? Не знаю, у вас тоже в городах сейчас снег идет или только у нас? Привет! Привет, привет! Замечательная среда. Там кто-то идет. Не знаю, кто. Может, соседи. Здрасте. Здрасте, здрасте. Мне, наверное, надо было штаны надеть. Носки, как минимум. Да ладно. Пофиг. А, первых встретили мужиков. Замечательная примета. А эти в воде плескаются, значит, будет тепло. Или они просто пьют. Вы купаетесь или пьете? Граждане, голуби. Благо. Надену капюшон, потому что холодно. Реально холодно. И я внизу в одной футболке. Опять пьют. Опять пьют. Пейте. Молодцы. Он ногами зашел. Стоит ногами в той воде, которую пьет. Вот так вот. Так и мы так же, когда мы в моменте. Когда мы маленькие, вот вспомните, нас там в ванной купают, а мы эту водичку пьем. Все время там в детстве нам говорят, не глотай, не глотай. Где-то там мы плаваем в реке или на море, нам говорят, выплевывай водичку, не надо глотать, будет животик болеть. А мы нормально глотаем, так же, как и голуби. Когда ум отключен, мы осознаем, что все одно. И эта водичка, в которой мы стоим, и которую пьем, и так далее. А у меня вчера голова болела вообще страшно. Я вам рассказывала в каком-то предыдущем видео, что у меня голова болит очень-очень-очень редко. И только когда я съем что-нибудь неподобающее моему желудку. Я, короче, вчера ела маринованные огурцы, которые подруга привезла от мамы. И видно, у меня совсем желудок не принимает уже никаких маринадов всей этой разносолости. И у меня до такой степени стала голова болеть, что аж до рвоты. Вот правда, я вообще не могла уснуть. Бешеная боль. Такое чувство, что сейчас башка просто разорвется. Вот. И невозможно как-то
отключить. И я потом стала так говорить себе: у кого болит? У кого? У тела моего, у Иры. Ну, а я кто? Как бы нам там не говорили, что мы не тело. Мы, походу, все. Я же ощущаю эту боль. Девушка там сидит в бандане. А-а-а, облака. Что это я пою? Смысловые галлюцинации, по-моему. Вот как мальчики на великах гонят. Работнички. Курьеры. Земля. Красный. Прекрасный. Ну, пойдемте тут. Пошли. Самое неблагодарное дело — это ждать и догонять. Вообще не люблю ждать, когда очереди. Для меня это вообще что-то неестественное. Ну или когда догоняешь кого-то. Зачем? Пусть бежит. Дядечка там какой в фуражке. Андриана Челентано. Что-то он хотел дорогу переходить, а потом пошел сюда. Вот так вот. Нет. Молодец. Опять очереди. Желкучки. А я зачем пришла? Я пришла за водичкой. Яблочки по 90 рублей. 89, 99. 109, 99. Такие. Груша 149. И так далее. Бананчики по 70, по 80. Не хочу бананчиков. Беру птичкам еду. Много что-то сегодня людей, тоже среда вроде. Вроде бы. Так, еще мне надо яйца. И... еще и воду. Так, выбираем яйца покрупнее. Та-дам. Та-ра-ра-ра-ра. Вот покрупнее нашла. Тут число-то есть. Фиг не вижу. Дядя уж тут, который хотел дорогу переходить. Походу заблудился. Можно пройти? Спасибо. Здравствуйте. Не, у меня рюкзак, спасибо.
Пакет мне нужен. До свидания. Солнышко, выходи. Солнышко. Не выходит. А, холодно без шапки. Ты что тут сидишь? Хорошенький. Глазки такие умные. Что-то рассматривают. Полетел. Блин, упадет. Ладно, животиком придержу. Надо капюшон надеть. Классно. На улице как. Реально у нас сейчас снег шел. Уже прошел. Солнышко, входи. Солнышко. Неудобно, рука занята, хочется снимать, чтобы перекидывать с одной руки на другую видео. Ну, это телефончик. Прохладно, не знаю, сколько градусов. Но так я надела теплую курточку и чувствую, что промерзла. Но если снег идет, то, наверное, 0 градусов или сколько. Не знаю. Там вон голубое уже небо. Проголубивается. Тут еще нет. Там все тот же рисуночек еще. Вон, видите, на стене. Я помню, тут заходила. Сейчас могу открыто. Просто вы просите показывать вам дворы, колодцы. Ну, давайте покажу. Там мужички что-то ремонтируют. Такой колодец. Колодец, колодец. На воды напиться, колодец, колодец, дай что-то там глоток. Ай, неудобно, и кирпич, на всяк пожарный. Фонарик.
Да, у меня в пижаме замерзли ножки. Чувствую так коленкам холодно. Вот у девушки вообще нос красный. Ну реально холодно. Пахнет булочками из пекарни. Я еще ничего не ела. Но я сказала, что вчера башка болела сильно-сильно. Так что сегодня решила так просто водичку пить. Чтобы вся эта, все эти огурцы вчерашние очистились. Выходи, солнышко. Давай. Походу выходит. Люблю вас, мои хорошие. Спасибо, что вы со мной гуляете. Спасибо за ваш отклик, за ваши комментарии. Просто за то, что вы есть. Всем волшебной среды. У вас все получается так, как вы хотите. Всем волшебного дня.